Чебоксары-арена. Такое название выбрали жители республики для Ледового дворца, строительство которого завершается в столице Чувашии. В середине апреля на официальном сайте Минспорта Чувашии запустили интернет-опрос, в котором предложили несколько вариантов названия Ледового дворца в Чебоксарах. Посетителям портала предлагалось проголосовать за один из предложенных вариантов названия или же оставить свое предложение.